Добрый день, уважаемые зрители. Канал ТВ Лайф начинает вещание в прямом эфире. Да-да-да, не удивляйтесь, это трансляция именно со стратегии 31. С акцией в защиту 31 статьи Конституции. В этот раз, видите, власти решили сделать так, как никогда не делали. Площадь Свободы перед гостиным двором полностью оцеплена. И посередине разместились какие-то клоуны. Значит, ну, я думаю, вы знаете, в Санкт-Петербурге скоро будет проходить саммит Большой Двадцатки, G20. И власти, видно, решили не позориться, постараться не показывать, не выпячивать, как они разгоняют акции оппозиции. И решили устроить такое вот шоу. В остальном, на самом деле, все как обычно. Огромное количество полиции, даже больше, чем обычно. Весело. Там слушайте, я пока трансляция, потом. Потом. Вот. Значит, все остальное, как обычно, огромное количество полиции, ОМОН, автозаки, автобусы и прочее. Ну, давайте, пока акция началась, неизвестно, как она начнется. Обойдем пока вокруг, посмотрим вообще, как это все выглядит. В общем, посередине там какая-то смешная группа. Называется Горовка 1, которую, естественно, никто не знает, никогда не видел и не слышал о ней. Вроде бы танцевальная группа. И вроде бы у них тут типа праздник. Но, как видите, праздника никакого нет. Просто есть несколько человек. К тому же, я думаю, вы видите, перекрыто полностью движение пешеходов в метро. Обычно оппозиция ставит вину, что она вот перекрывает движение, и людям не пройти, они мешают. В данном случае, видимо, людям вообще не пройти. Они идут с пешеходного перехода, с Невского проспекта в метро, и пройти не могут. И все остальное, как всегда, огромное количество журналистов, корреспондентов, фотографов, но также много полиции. Полиция, может, даже не из Петербурга, может, которая приехала на саммит G20. Вот, полиции много кругом, вот здесь вот иностранцы, я думаю, они очень удивлены, что происходит. Здесь вот начальство полицейское, которое управляет процессом. Вокруг, как всегда, все оцеплено автозаками и полицейскими машинами. Ну, вся территория, как видите, да, огорожена полностью. Вдоль забора через каждые 3 метра стоит полицейский. Сам праздник непосредственно, кажется, почему-то не происходит. Несколько клоунов сидит на диванах. Не происходит. Невский, как всегда, видите, огорожен. Вот здесь автозаки для задержанных, которые, вероятно, будут. Который весь в белом только что пытался объяснять, что здесь происходит, но он даже не знает ни названия группы, ни вообще ни людей, ничего. Так что понятно, что это все, конечно же, провокация. Ну, как всегда, здесь, видите, полиция вдоль Невского проспекта. Полностью. Здесь вдоль Садовой улицы тоже. Вот отсюда, вот с пешеходного перехода, толпа людей идет в метро. Все это перегорожено, люди лезут в какую-то тут дырочку маленькую. Товарищи, здесь вот организатор, видно, рисует
логотип этой никому не известной группы. Называют Горохова 1, но, естественно, никто ее не знает. Ну, а вся позиция состоится, каким образом, не очень понятно, но вот стоит. Ну а что полиция, видите, полиция прикрывает все тылы. Мало ли кто-то начнет прорываться на площадь. Также видите, приготовлены автозаки, у них сидят ОМОН. Ну это как всегда здесь. Такая веселая в этот раз акция стратегии 31. Вот видите, такая маленькая дырочка оставлена. Это проход для пешеходов, чтобы пройти людям к метро. Через каждые 3 метра стоит полицейский, который... Вокруг сместился вот сюда, вот здесь более-менее свободная территория. Но где появится другая Россия, неизвестно. Готовится к G20 саммиту 20 государств, который начнется 5 числа, пройдет 5-6 числа в Петербурге. Но пока вот здесь есть небольшие, так не знаю, картинки. Бабушка все время показывает свои плакаты. Стратегия 31.
маленькая пауза, трансляция сейчас продолжится.